Кашка пшеная, рыбка, минтай жареный, майонез, черный перец, икра кабачковая, галетики, ну и салат овощной с сухариками. Всем привет, друзья! Завтрак. Да. Завтрак. Завтрак олигарха. Почему олигарха? Как думаете, догадываетесь? Потому что рыбка. Давайте ее разделаем. Попытаемся. Обожаю минтай. Давайте дадим меурицу, да? Да. Меурицу. Единственный минус это вот разделывать ее. Какая рыбешечка. Покупал в кулинарии. Стоит она 55 рублей за 100 грамм. Ну, у меня вышло где-то на 100 с чем-то рублей, короче. Грамм 250, думаю. Будет она. Вот она. Такая вот рыбешечка. Разделали ее. Вместо хлеба галетики. Они, в принципе, не сладкие. То, что нормально. Можно выкорочку. Давайте меурицу еще угостим, да? На. Меурицу, блин. Меурицу рыбку любит. Так же, как и я. Не знаю, для меня рыба лучше любого мяса. Особенно минтай. Я не хочу особенно. Я, в принципе, рыб-то не ел. Горбушу да минтай. Нет. Время 9:30. Чуть-чуть задержался. Обычно в 9. Завтра. Обычно у меня всегда салат овощной на завтрак. А сегодня решил по-богатому.
Я думал, пора сделать это. 1 апреля у меня будет стрим, алкострим. Так что пригоняйте. Берите свой пивасик. Кто что на самом деле. Кому пивасик, кому не пивасик. Берите с собой, что хотите. А я буду пить пивасик. Думаю, без водки. Еще маслица осталось, можно маслица, да. Чтоб пожирнее, посочнее было. Завтра же на работу. Как выходные махом пролетают. Кстати, я на Дзене подал эту заявку на монетизацию. Заполнил там все анкеты. Вот жду, не знаю, подключат, нет. Там от 100 человек подписчиков уже можно подключать. У меня уже 340. Там копейки, конечно, но все равно плюс. Там все официально. Все даже подоходный налог будут брать. Каждый месяц 13%. С чего там брать? А, посмотрим. Может, вообще не одобрят. Надеюсь, что одобрят. Я ведь не абы что, правильно? Я ведь легенда. Так что они просто обязаны одобрить мне монетизацию на Дзене. Короче, что будет, то будет.
Думал на Дзене стрим провести. Так. Охват медиа слишком маленький. Хотя бы 1000 подписчиков будет, можно будет попробовать. А так вроде вот так вот дела. Икра кабачковая просто бесподобная. Это Пиканта от компании, точнее от бренд Пиканта. Пиканта. Блять, юбе. Минтай супер. Что-то заметил, постоянно гудит что-то. И на записи это слышно. Может, у меня в ушах гудит. Непонятно. В общем, все, друзья. Завтрак был, как всегда, топовый, как всегда, на высоте, как всегда, бомба! Да.